Всем привет, друзья! С вами Ирина, участница суперкопилки с 2019 года. 31 мая 2022 года запустилось грандиозное событие рекламной стратегии пассивного дохода. Об этом я рассказывала в предыдущем видео. И в честь этого суперкопилка запустила флешмоб, о котором я вам сейчас и расскажу. Все условия и сколько вы получите, если вы опубликуете пост у себя в социальных сетях, либо в группе. Давайте разбираться подробнее. Запуск рекламных стратегий пассивного дохода – это прекрасный повод рассказать о сообществе, пригласить новых участников в проект, рассказать всем, что наше сообщество стало еще лучше и проще. Расскажите в соцсетях о бесплатном пассивном доходе в суперкопилке и получите бонус до 5 ТЭД. До 5 ТЭД – это значит до 5 долларов. Предлагаем вам принять участие во флешмобе «Бесплатный пассивный доход в суперкопилке». Мы с вами, объединившись, можем помочь очень многим людям справиться с финансовыми трудностями и создать для себя и своих близких пассивный доход в нашем сообществе. Условия флешмоба. Сроки проведения с 14 июня по 4 июля. 3 недели. Принять участие во флешмобе могут все участники суперкопилки. Сделайте и закрепите пост в соцсети. Примеры постов с обязательными хэштегами размещены в статье. На данный момент отзывы, размещенные в Facebook, не принимаются. Призы ТЭТы на счет предоплата получают все участники флешмоба. Размер бонуса зависит от количества страниц или групп соцсетей, на которых будет опубликован пост. Один пост на одной странице в соцсети, вы получаете одну ТЭТу. Максимальный бонус 5 ТЭТ. Требования. Обязательно нужно ваш пост закрепить. Не удаляйте пост и держите его закрепленным на стене до момента проведения итогов флешмоба, до 14 июля. Графика. Во всех постах должна присутствовать графика с фразой «Получи пассивный доход 52 доллара в год в суперкопилке». Текст вы можете придумать сами или скопировать из примеров, приведенных в этой статье. Прописать вот эти хэштеги. Соответствие. Принимаются посты, размещенные на личных страницах участников в соцсетях, а также по желанию в группах и пабликах, в которых участник является администратором, а пост опубликован от имени группы. Количество друзей на вашей странице должно быть не менее 50 человек. Подайте заявку. После того, как вы сделали пост на своей странице, нажимаете вот эту форму и заполняете. Посты о флешмобе должны находиться в открытом доступе и оставаться закрепленными или быть последними из опубликованных вплоть до момента проведения итогов флешмоба. Итоги флешмоба будут подведены в течение 10 дней после его завершения, то есть до 14 июля. Вот такая вот у нас графика. Здесь вы можете полистать и скачать себе картинки, какие вам нравятся. Вот здесь вот примеры. Флешмоб «Бесплатный пассивный доход в суперкопилке». Суперкопилка запустила рекламные стратегии пассивного дохода. И так далее. Вот выбираете любой текст и ставите свои хэштеги. Сейчас я вам покажу примеры своих постов. Вот у меня группа называется «Помогаем друг другу». В ней более 3000 участников. Вот, я 15 июня уже сделала запись, закрепила ее, свою ссылочку на суперкопилку поставила. И вот такая вот у меня графика. И поставила хэштеги. Участвуйте во флешмобе и получаете до 5 ТЭТ. Мои контактные данные находятся под этим видео, кто меня смотрит в YouTube. Пишите мне в личку, если вы меня смотрите еще в других социальных сетях. Отвечу на все ваши вопросы. В суперкопилке я уже более 2,5 лет. Всем пока-пока.